Сегодня на самом деле очень нервная репетиция. Мы завтра начинаем прыгать с нового отбоя. Это важное в нашей работе, самое важное. Надеемся, что Саша не подкачает. Вот это завтра нужно будет прыгнуть без страховочных веревок. Что, Саня, у тебя сегодня примеры, как ты себя чувствуешь? Отлично я себя чувствую. Все в порядке? Все будет так же, как и на репетициях. Слушай, ну прошла первая репетиция, она на самом деле была хорошей. Я думаю, что если вторая репетиция будет такой же, то мы можем вообще не переживать, да? Я думаю, да. Да вы можете уже не переживать. Отлично, Саня. Давай, удачи. Сегодня. Я понимаю, все с первого раза сразу. Сегодня премьера. На самом деле настроение тревожное, так как у Сани было очень мало репетиций. Сегодня мы перед премьерой отрепетируем два раза. Одна репетиция уже прошла. В 5 часов вечера у нас будет вторая репетиция. И в 8 часов вечера мы с парнями соберемся и отлетаем все наши трюки без страховочных веревок. Настроение тревожное, настроение в номере особенное сегодня. Ну и вообще заключительные две недели. Я очень надеюсь, что Саня сегодня не подкачает. Мы отработаем хорошо и вернемся домой своим львицам и львятам. Здоровыми, целыми, невредимыми. Надеюсь на это. Все будет хорошо. Группа поддержки со мной. Бля, весь прикол, короче, в том, что вот одно некорректное движение. Вот это и гоняет, короче. То есть на 100% точно, точно, точно. Вдвоем вылетели, бах, прожали. Слетели, нарисовали, с полом приземлились. Дома же нас ждут. Дома нас любят и ждут.
Взяли тебя в плен. Дай! Пошли. Собаку бросить или нет? Мили. Да. Давай на кактус. Пойдем с на работу, папа. Кидай блок. Окей. Это мой. Дядя, все, пошел на работу. Приду, доиграем, ладно? О! Хорошо?